Вот уже год, как в Карачаево-Черкесии работает благотворительная организация «Зов Родины». Основная ее деятельность – сбор и доставка гуманитарной помощи военным госпиталям, детским домам и нуждающимся на освобожденных территориях ЛНР и ДНР. Данное объединение организовало около 50 отправлений груженных машин с самой необходимой помощью. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В течение года благотворительная организация «Зов Родины» под руководством Леона Салпагарова оказывает поддержку в сборе и доставке необходимой гуманитарной помощи. А именно точечно по конкретным заявкам, что гарантирует ее адресную доставку. Отрадно, что у нас много неравнодушных людей, которые оказывают нам поддержку в этом нелегком и благородном деле, отмечают работники организации. У нас республика всегда славилась тем, что очень много людей, которые хотят помогать, никогда своих в беде не бросают. Очень много людей, которые хотят помочь. И наша группа все время пополняется с каждым днем. И, естественно, помощи становится больше, что очень радует. Волонтеры благотворительной организации «Зов Родины» сами 5 раз выезжали в Мариуполь и в города Донецкой Народной Республики, чтобы лично убедиться в получении и распределении гуманитарной помощи. Присоединиться к работе данной организации и внести свой вклад может каждый желающий. Наша группа занимается отправкой гуманитарной помощи в 3 направлениях. Это непосредственно ЛБС, линия боевого соприкосновения, это военные госпиталя на освобожденных территориях и также детские дома на освобожденных территориях. Помощь идет со всех районов нашей республики. Люди очень отзывчивые у нас. Помощь бывает абсолютно разная, так и детские вещи, и продукты питания, и медикаменты, и различные гаджеты военные, то есть рации и все такое. Люди активно помогают. Также гуманитарную помощь отправляют нашим бойцам, которые находятся в зоне СВО. За этот год, можно сказать, благотворительная организация «Зов Родины» проделана огромная работа. И мы также стараемся оказывать свою поддержку, уверяет представитель администрации села Дружба. Данная организация на территории Дружбинского сельского поселения работает уже год. За этот год они сделали очень многого. Нашим бойцам, нашим солдатам, помогают госпиталям, помогают детским домам. То есть мы очень благодарны этой инициативной группе «Зов Родины». Совсем недавно организация отправила очередной груз нашим бойцам в запорожском направлении. И сегодня представители «Зова Родины» продолжают активно служить на благо нуждающимся. Алихан Лепшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.